Харя Фарбе, жестокий голод, оставляет Исаак Хеврон. Медленно стада свои он гонит в землю, орошенную дождем. Вот Герар, здесь он шатры разбросит, здесь Исавом будет он пасти, здесь в полях его Господь находит, будет Исаака средь ночи. Я Господь! Каким был голос этот, не представить, не предположить, слышит Исаак сквозь дрожь и трепет, я пришел тебя благословить. Я Господь! Был Богом Авраама, ради веры твоего отца не покину твоего я стана. Ради твердой веры Авраама я благословляю и тебя. Строки этой летописи древней заставляют грустно размышлять. Таковы ли мы, чтоб нашим детям можно было тоже услыхать? Я, Господь, был Богом твоей мамы, я был Богом твоего отца, как когда-то сына Авраама, я благословляю и тебя. Слышат ли такое наши дети, или это из страны чудес, когда переходит по наследству в жизнь благословение небес? Будем помнить, что благословение Бог дает на тысячу родов. Да не будет детям преткновением вера лицемерная отцов. Аминь.